Новенькая газораспределительная станция в поселке Уташ, 4-я. По следам на земле видно, где проложены газовые трубы высокого давления. Специалисты занимаются предпусковой проверкой и подготовкой. Уже в ближайшее время в систему подадут газ. Это уже третья очередь газификации. Теперь у всех жителей поселка есть возможность подключиться. Любовь Борискина живет на этой улице уже более 30 лет. Говорит, что этого момента ждали с нетерпением. Там газ, живем, как говорится, среди газа, а у нас как остров какой-то без газа, представьте, тяжеловато, и дрова дорогие сейчас, а уголь вообще. Не знаю еще цены, даже не знаем. У нас даже собрание не было. Собрание, ничего, просто провели вот это, а чего, как дальше, не знаю. Уже надоело дровами топить, и сейчас дрова дорогие, готовить их надо, уже и здоровья нету. Теперь дело за местными жителями. По закону сети низкого давления – коллективная собственность, и многие опасаются, что не потянут такие расходы. Замначальника городского управления капитального строительства рассказывает председателю квартального комитета о государственной программе софинансирования. Для этого нет необходимости создавать кооператив. Есть действующая структура территориального общественного самоуправления и сбор средств в ее полномочиях. Во-первых, она работает сегодня, это самое главное. Газификация продолжается. И стоимость реализации значительно дешевле для муниципального образования и, в первую очередь, для населения. Жители вносят только свою часть, порядка 20% от общей стоимости сетей низкого давления. Смету рассчитывает государственная комиссия. Цена может только снизиться в ходе аукциона, который определит подрядчика. Все зависит от активности и решения самих жителей. В управлении капитального строительства готовы оказать консультационную помощь. После того, как трубы проведут по улицам, собственники смогут обратиться к газовикам. Это отдельная статья расходов, и ее можно отложить до удобного момента. Стоимость работ будет зависеть от расстояния между домом и сетями низкого давления. В любом случае, это реальные инвестиции. Там, где есть газ, там дороже недвижимость. Сегодня продолжается газификация и хутора Усатого Балка. Готовится строительство уже третьей газораспределительной станции для хуторов «Рассвет» и «Заря», а также работы ведутся в станице Гастагаевской и хуторе Чекон.